у природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. На Кубани настоящая осень обычно наступает в ноябре. Начинаются нескончаемые дожди, которые навевают немного меланхоличное настроение. Но унывать не стоит, поскольку каждое время года по-своему прекрасно. А сейчас лучше всего подумать о выборе зонтика. Продолжая знаменитую песенку из популярного кинофильма «Служебный роман», «Каждая погода благодать», попробуем подготовиться к ней так, чтобы этот надежный союзник не только вносил в наш образ яркость и оригинальность, но и служил надежной защитой в ненастную погоду. Итак, как же выбрать зонт? Изо всей плеяды зонтов и зонтиков самыми долговечными и практичными считаются зонты-трости с остальными каркасами, идеально защищающие их обладательность от дождливой и ненастной погоды. Зонты-раскладушки со складывающейся ручкой очень компактны, но не столь надежны. Такая модель часто снабжена тонким алюминиевым каркасом, который выходит из строя при любом сильном порыве ветра. Количество спиц у качественного зонта может быть 8, 10, 16 или 24. Самый оптимальный материал для них – легкий и прочный стекловолокно. Ткань для купола – нейлон, один из самых распространенных и довольно дешевых материалов, используемых при производстве зонтов. При покупке зонта следует проверить механизм, его способность беспрепятственно открываться и закрываться, не требуя дополнительных усилий. Далее нужно посмотреть, плотно ли натянут материал на зонтичном куполе. Он ни в коем случае не должен провисать. Затем оценим надежность крепления ткани к направляющим. У качественных зонтов ткань со спицами соединяется с помощью пластмассовых колпачков. Не забудем проверить каркас зонта на устойчивость. Для этого покачаем зонт. У хорошей модели каркас закрепляется плотно, не имеет разболтанности, ведущей к его преждевременной порче. Цвет купола очень сильно влияет не только на внешний вид, но и на оттенок вашего лица. Бледнокожим красавицам хорошо подходит розовый и красный, коричневый и желтый цвет зонта. Румяным прелестницам лучше использовать зеленый и синий оттенки. Но такие зонты и все серые тона противопоказаны женщинам зрелого возраста, так как ухудшает цвет лица, делая его болезненным. Зная, как выбрать качественный зонт, можно смело приобретать понравившуюся расцветку. Полюбившийся зонт придаст вам уверенности в собственной неотразимости.